Здравствуйте, очередной ролик про Дэндика. У нас на улице теплеет. Мы его помыли 3 дня назад, как и положено. Завтра надо обязательно ему закапать от клещей. Вот купили вот такую штуку. Ну, в принципе, покупаем в последнее время. Постоянно. Периодически, скажем так. Что хотели спросить? Многие смотрите ролик про Дэндика, у многих у самих собаки. Может быть, что посоветуете вы, какими пользуетесь средствами? Потому что недавно общался тоже с мужчиной, у него тоже пекинес. И вот он спросил меня и, в принципе, советовал мне, не разместишь ты вот ролик посмотреть. Хочется послушать, что вообще другие советует по поводу вот таких вот средств от клещей. Потому что своих таких вот товарищей любимых надо беречь. Мало ли, может, вы посоветуете, да кто сейчас почитает еще переписки на канале. Может быть, у вас свой взгляд, это будет кому-то полезно. Я не помню, как всегда, там листик нюхать. Завтра тебе закапаем, а то, честно говоря, гулять уже страшно. Трава подсохла. Вот эти 3 дня выдерживали, знаете, да? Ну, как сказали мне, там, по крайней мере, 3 дня до закапывания в холку, вот капель. И 3 дня после мыть. Сначала помыть, потом 3 дня не мыть, закапать, и потом еще 3 дня мыть нельзя. Да, Дынь?